Надо работать всем. Надо работать с населением. Нужна пропаганда, нужна наглядная агитация. Надо собирать людей и объяснять им. Все-таки все зависит от людей. Самый главный у нас враг — это человеческая беспечность, пассивность. Отсюда и все беды. А огонь для леса — это самый главный враг. И на сегодняшний день мы должны быть консолидированы в этой борьбе.